Так, ну что, всем привет, продолжаем Dead Cook. На Пикадо нас хочет прыгнуть, да? А, классно, вышел. Прилетели. Нормально, наш вышел. Наш вышел. Нормально. Поставим метку и вышел. Бывает. Зачем? А, тут я знаю. Так. Летим сюда. А, чекнем, бывает, это параплан стоит. На планы нету. В принципе, как и машины никакой нету. Там брухи разваливают, молодцы. Одну игру выиграли недавно. Буквально вот, только-только. Молодцы, ребята, за них болею. Так, вон машина нет. Блин. Не видишь, что еще там машины сейчас не будут. Серьезно, тут тоже машины нету? Вы издеваетесь? Офигеть. Хоть лодку брать надо было. Ладно, пулеметчик возьмем. Наш может еще перезайдет. А, наш перезашел, кстати. Здесь вот там боты не убьют. Как бы зашел, но не зашел еще, да? Что думаю, зайдет. Так. Если бот там не шлепнет, а хотя в конце он выпрыгивает, поэтому. Не шлепнет. Сейчас сараплан здесь будет стоять, его пути здесь полетаем, что ли? Наш как бы вроде перезашел. Нет? А, погоди, он как-то еще поднимется, он на горе на какой-то. А, нет, должен. К нему могут прийти сейчас сараплан через минутку, наверное. Вот неужели у вас Хигаса сегодня на стриме было? Давно у вас Хигаса не было, я там 2-3 дня, наверное. Уже даже близко тоже Хигаса, а то прям нафиг. Неужели у вас Хигаса? На план есть, да. Там все-таки у нас там дома лутаемся, что ли. Блин, знаю, но вот здесь, но не зашел еще. Не подожди, или вот так и должно было быть в конце. Я думаю, может, я... Вот не показывал на карте, показывал. Да. Ой, все, и сразу прицел, отлично. Пригодится. 6. Блин. Все лучше. Плана нету. Нам надо канистру найти лучше. Здесь вот, блин, вообще шикарно все. Осталось оружие. Бывают такие катки, когда. Сказать нету канистры, есть сараплан и далеко, и как бы хоть хочется полутаться. Тут я оружия что-то нет. Были пистолеты, да? Это очень интересно. Да. Так, ну в принципе уже. Наши еще не убивают. Если перезайдет, успеет. Я что-то сомневаюсь. Я что-то сомневаюсь. Я.
Вот зачем на самом деле семерки собираю я? Время, то есть мы там прокачали, класс прокачали, тут бери вот такой, да, если... берил найдем. С другой стороны, ну да, в принципе, если берил будет, я возьму. Кстати, берилов меньше стало. Ты заметил, гораздо меньше стало берилов. Там очень мало. То есть вот СЛР, берил, вот это вот все очень мало. Так, а будем тут лутать или нет дома? Наверное, нет. Поехали. Пойдем уже все там залутать, заодно посмотрим, с машин там есть или нет. Хотя, в принципе, что на машине, по-моему, на плане, да? Все это залутаем. Вот это вот. Ближе было подкатить, но ладно. Блин, опять я что-то взял не то. Че это такое? Каска, ну ладно, каска. Каска, пофиг, у нас есть каска. С арбалета разваливает. Я, кстати, не знаю, ему хоть не дуо зарегали, точно складывание. Я не посмотрел. В последний раз мы играли дуо. Блин, кстати, реально, наверное, дуо у меня. Что-то я не глянул. Ну ладно, не важно. Дуо, так дуо. Скрыс. Просто возьму, что место не занимало. Кульки. А так мне, конечно, их не надо. СКС. Не, вроде склады должны были быть. Ладно. О, надо. В кои-то веке взялось то, что надо. Блин, вот оружие не нашел. Нашего нокнул этот вот какой-то. Ну, тут дома тоже паукан было. Нашим пришел бот нокнул. Но своей смерти не должен еще умереть. Надо какое-нибудь другое оружие. Мелкай какой-то, да, сука. Понятно. Че, ладно, давай третий рюкзак. Так, тут еще быстренько посмотрим, полиция. Даже нет, мне надо убрать только, а то мы тут на взлетной полосе оставили. Я же здесь взлетать буду. Блин, можно... Да, уже, конечно... Так.
Давай, давай, догоняй. Мне там тут спинажится зона. Так, мы летим на все. Хотя в теории, если нас все зайдет, он же будет наблюдать за мной, я же живой, по идее. Почему же сюда вот на дома, конечно? Что это сейчас? Не знаю, посмотрим. Интересно. Сейчас пока как раз летим. Потом все дальше. Там уже решили. Самый прикол, что как раз таки сойдется, когда очень приземлился. Может, сошлась, чтобы решить приземляться или нет? Нет, понял. Так, летим, короче. Куда-то не знаю. Куда-нибудь точно, будет точно сюда. Если тут нету. Никакого не слышно. Лос-Хигас. Ты не стыд говорил, думал, Лос-Хигас со мной был. Вот, пожалуйста. Он сам. Надо решить, какие вот из этих домов. Здесь бетонки неплохие. Все дома, кстати, неплохие получаются, да? Ну, тут так себе, на самом деле. Можно же с Хига сразу ломануться. Да, наверное, вот эти дома. Вот эти дома. Тут довольно высоко. Есть машина, если что. Скар лежал, если ошибаюсь, не показалось. Да, отлично. Так, выкинуть. Блин, или все-таки оставить коряк. Ладно, вот так вот. С прицелкой стоит неохота. Сюда. Тишина. Укрытие, конечно, не в ту сторону немного, блин. Ну ладно. Да, кстати, дом такой себе стоит. Укрытие-то оттуда, а не отсюда. Да.
Блин, вообще в воде должны быть. Это чек не воду. Он сразу его залутаем, пока никто не пришел. Откуда он взялся? С воды, да, пришел, наверное? С воды. Так, самолет. Прямо здесь. Ну, а здесь оставаться, значит, скорее всего, здесь и будет все баталии происходить. Чтобы у меня там прямо на дом упал. Шикарно было, да? Так, ну если там АВМ, то в принципе неплохо. То есть понимаешь, я что произошло? Ты только сказал, что это укрытие именно с той стороны, именно с той стороны будет, блин. Это был бы с этой, конечно. АВМ, реально, кстати. Да, нифига себе там зона. Нифига себе там зона, просто тупо низ. Так, моноплан нам не нужен. Да нет, блин. Тут же был. Да как? Признался. Засванец. Офигеть. Где он? Я понять не могу, куда делся этот, который здесь... А, вон. Блин, вообще бы нам, конечно, тут повоевать еще, но с другой стороны... Не, это жесть, конечно, зона. Там в воде миллион людей будет. Куда он уполз? Фиг знает, какая. Чего она полетели на все-таки?
мы с той стороны с ВМ постреляем. Нормально зона. Это дом на светится дальше. Да нет, давай полетаем еще. Где вот сюда можно? Да что тут выбора, конечно, не особо много. Чё, блин? Сейчас бы на винт намотался бы. Офигеть, блин. Нормально высадила меня сзади. А, еще не в зоне опять. Yes. Ну там, по идее, должны плыть. Блин, ну с АВМ стрелять такое же тут. Так, ладно. Прикольно, зона. Зона, можно скрин сделать? Зона, блин. Ладно, я, короче, не буду высиживать, пойдем. Зона, конечно, да. Бежим. Где кто-то гол надо? Нет, зона, конечно, прикольная. Как зона острова, так и тут. Какая вероятность, да? Блин, по идее, в воде должны плавать. Плыть где-то. Сзади, наверное. Ну, сходим, поглядим. Дропов в воде сколько там кинуло? Фиг его знает. Все, гора. Еще вода. Просто в воду ушел. Идем воду зачистим реально. Мне кажется, в воде. Один умер. Фиг заметишь, конечно. Вам самому никуда не упасть. Ну так и шок. Вот сезон сдохнул. 5. Блин, вот так блестит, нифига не видно.
ты врага есть, так что. Блин, показалось, что там кто-то плавает. Не, ну это шок, конечно. Ну вот и надо до конца чекнуть, потому что. Вот, я говорю. Плавает, блин. Рыбка. Отлично. Ну, предположим, нету больше. Ну а где тогда они? Стрельбы никакой не слышно. В городе типа что ли засели? Неужели зоны сдохнут? Или там ты. Или до сих пор плавают? Ну все это время за мной по низу шел. Не, зона просто шок, конечно. Вот один от зоны. Еще два. Значит, в городе был еще один от зоны. Не, зона, конечно, прикольно. Блин, надо искать где-то. А, все, от зоны. Ясно. Ну вот деньги-то плавали, возможно. Либо здесь в городе сидит. Классная игра получилась. Жесть. Вот это зон же тоже может. Запросто. Просто жесть. Прикольно. Ладно. Наш ливнул, да? Негодяй. Да, это склад был. Это был склад, 26 команд. Это был склад. Угу. 307 победа. Изи.